За 2022 год Ленинским пожарно-спасательным гарнизоном было совершено свыше 1000 выездов, из них более 350 раз на тушение пожаров. Благодаря этой работе 24 человека было спасено. В рамках профессионального праздника особо отличившихся сотрудников МЧС наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от главы округа и от Совета депутатов. Хотели бы пожелать действительно вам неиссякаемого творческого потенциала, здоровья, благополучия, достатка, комфорта. И выразить огромную-огромную благодарность от лица нашего председателя Радченко Станислава Николаевича, от Совета депутатов. Стоит отметить, что сотрудники 28-й пожарно-спасательной части оказывали помощь и другим подразделениям. Глава и Совет депутатов нас поддерживают, поддержку мы эту чувствуем. Максимально, как можем, работаем качественно. Но благодаря вот этой слаженной работе и получается, в принципе, положительные, довольно-таки качественные результаты нашей работы. Среди награжденных Константин Жаворонков. Он 7 лет служит в пожарной части. Определился с будущей профессией сразу после армии. Нашей съемочной группе он рассказал, какими качествами должен обладать настоящий спасатель. Тут, наверное, больше самоотверженность, наверное, человек. Ну и в первую очередь, конечно, не грубая сила, а, наверное, все-таки мозги, как и везде. Нигде не нужна грубая сила. Всегда нужен холодный расчет. В завершении мероприятия перед собравшимися выступили ветераны Ленинского городского округа Валентин Витринский и Георгий Князев, внесшие вклад в развитие пожарной охраны. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.